Здесь написано «включи дождь». Но я полагаю, что меня сейчас видит чуть более одного человека, поэтому я обращаюсь «включите». В том смысле, что заплатите. Потому что иначе дождь смотреть нельзя. А оно того стоит. Стоит смотреть. Хотя бы стоит цену подписки. «Включи дождь». Нам не хватает только вас. Оформите подписку на дождь. tvrain.ru/подписка